Государственная программа «Ембек» дает большие возможности. Многодетная мама из Акибастуза выиграла грант и открыла свой бизнес по производству обуви. У Марии Казанбаевой четверо детей. В июне прошлого года она с семьей переехала из Нур-Султана в Акибастуз. Вот уже как 17 лет Мария трудится в обувной сфере. По приезду работала на дому в отдельной комнате. Но места и оборудования не хватало. Позже узнала о государственной программе «Ембек» и решила принять участие, так как есть возможность получить грант. Мы получили грант в размере 505 тысяч, как многодетные. Приобрели оборудование, получается, вот машинку швейную одну и колодки, вот такие вот колодки закупили, и вот потихоньку начинаем работать. Сегодня бизнес успешно процветает. Работают с мужем в своем небольшом цехе. Обувь делают на заказ. Производят и ремонтируют все виды любого размера. Туфли, сапоги, сандали. Также имеется и театральная обувь. Поставляют ее для Астана-балет, Астана-опера. Материалы качественные. Закупаются в России и Шымкенте. Цены на обувь разные. Все зависит от сложности и качества материала. К примеру, детские сандалики можно приобрести за 10 тысяч тенге. Мужские – от 25 до 60 тысяч тенге. В ближайшее время многодетная мама возьмет на работу еще трех мастеров. Валерия Степчук, Амир Ерланула, Ертас Ахпарат из Акибастуза.